3 декабря в Магадане состоится бесплатное тестирование онлайн. Оно направлено на повышение уровня знаний об истории Великой Отечественной войны. Акция проходит на всероссийском уровне в рамках проекта «Большая история». Проводят ее с 2015 года молодежный парламент при Государственной Думе и молодежные парламенты субъектов Российской Федерации. Ожидается, что в тестировании примут участие около 800 тысяч человек из 52 стран мира. Оно охватит все регионы нашей страны и не менее 4 десятков зарубежных государств. Историческое просвещение молодежи – главная задача проекта «Большая история». Он состоит из разнообразных мероприятий, но самая масштабная среди них – международная образовательная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Участникам акции предстоит ответить на 30 вопросов, которые охватят наиболее значимые события военных действий, жизни в тылу и в оккупации, освобождение Европы. Задания подготовлены преподавателями военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Тестирование можно пройти 3 декабря 2020 года онлайн на сайте проекта bigstory.ru. Оно будет доступно в течение всего дня по московскому времени.